Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Так, ну, как ты видишь, у меня прокачивать нечего. Давай посмотрим на карту, что у нас сегодня. Ну что, давай попробуем осилить вот этот островок. Я думаю, нам ничего не помешает, а потом попробуем пройти, наверное, вот этот уровень и вот этот. Ну, там посмотрим, как пойдет. Так, это у нас лес сорняков. Отлично. Колоду, ребят, я менять не стал. Пускай как есть, так и остается. Я думаю, что она вполне годная и, как мы знаем, она рабочая. Так, ну что, кто у нас там? Как ты понимаешь, да, здесь у нас босса не будет. Именно на этом островке. Но будут вот такие вот пройдохи. Замороженный скалолаз. Это что-то новенькое. Поехали, короче. Так, давай-ка заморозим их всех. Самый бесявый здесь, это вот этот, ребята, дед-псих, который может вызвать подкрепление. Поэтому в наших интересах его в первую очередь бомбануть. Но мне кажется, не получится. Так, давай-ка мы базуку применим. Ага, минус один, отлично. Слушай, неплохой результат. Ну, не забывай, что это только первый бой. Итак, замораживаем этого хлыща. Блин, этот цветочек сейчас будет хилять, ну-ка проверим. Нет, не будет он ничего хилять, потому что мы его заморозили. Так, бросаем туда улей. Уничтожаем сорняк. И теперь из пушки, ребята. Пошел прочь отсюда. Так, вторая волна. Ух ты, давненько я не встречал этого пенечка огненного. Я уж думал, сейчас этот не заморозится. Давай, наверное, из базуки бомбанем. Слушай, а у меня что, мало огненных карт? Потому что, смотри, у меня очень долго стакается динамит. Окей. Так, ну что, будем замораживать его или как? Да, заморозим, пожалуй, еще разочек. И уже вот будем добивать ульем и пушкой. Ждем, ребята, ждем. Ждать желательно до последнего, чтобы как можно больше энергии ты смог накопить. Так, а здесь у нас... Ага, электрик. Как всегда, с розочкой. Так, заморозили, шикарно. Ну, здесь я не знаю, что делать. Можно, в принципе, вот этого чудика позвать. А можно сделать вот так. Ха, у меня опять рыба. Опять замораживаем их. Упс. Пардончи, друзья мои, электрик не заморозился. Да какого лешего-то ему надо, а? Ну ты посмотри, давай динамит бросим. А толку-то от него, он не простаканный. Ай-яй-яй. Ну-ка, блин, да кого ж ты морозишь-то? Надо было электрика, сейчас получим розочкой. Да, ребят, получили. Под ребро. Наш медведь, бедолага, страдает. Ну, если кто не знает, ребята, мы играем с вами за медведя. Так, ну-ка. Хоп-хоп-хоп, а, отлично, шикарно. Ну что, бежим с тобой на следующую волну. Так, с этим шутки плохи, ребята. Он будет принимать весь урон, в принципе, на себя. Но мы можем заморозить. Да ладно, он еще и не заморозил. Вот тогда. Значит, давай попробуем. Я не успею, а если так? Ха-ха. Уничтожили на изи просто-напросто. Так, здесь можно, в принципе, вот этого применить. Сбрасываем ему счетчик. И теперь снегобум. Этот сейчас, конечно, успеет, наверное, хильнуть, мне кажется. Ну и пускай хиляет. Нам-то, в принципе, все равно, да? Но он хиляет очень здорово, да? Так, давай-ка из пушки бомбанем. Минус мухомор. Ну и сорняк. Давай, три залпа прям в него. Раз, два, три. Слушай, ну, если честно, базука на него очень плохо влияет. Она практически не наносит ему урон. А вот огонь очень даже хорошо. Так, смотри-ка, у нас с тобой динамит настакался X4. Поэтому можно его сейчас, в принципе, применить, даже X5. И очень будет хорошо бумкать. В плане, а что так кисло-то? Эй, ребят, ну, что за дела, а? Ну, такого не должно было быть. Очень слабо. Мы, конечно, тут прижучили. И видишь, эта свинота, она, ребята, отхиливается за счет повреждения другим. Это меня бесит. Так, этот допрыгался там, дорадовался. Слушай, успеем откат сделать? Ага, заморозочка подействовала. Вот так вот. Теперь мы с тобой сделаем, знаешь что? Вот этого вызовем, чтобы сбить ему счетчик. Вот так вот, обнулить, так сказать, его. Ну и теперь из пушки. Вот и все, ребята. Так, следующая, последняя волна у нас здесь. Давай так сделаем. Это у нас кто? Фродо, да? С колечком со своим. Бросим улей. Так, теперь, по-моему... Опс! Не успел, друзья мои. Чуть-чуть я не успел. Ай-яй-яй. И это не есть гуд. Поэтому придется счетчик ему
Не успел я обнулить? Не успел. Давай снегобума вызовем, чтобы он тут больше не выпендривался. Так, бросаем улей в муху, да? Дальше бросим холодильник. Блин, муха сейчас меня, ребята, да, ударит. Но не смертельно. Так, пора нам бросать твой. Опять сейчас этот закупорится, а? Ну ты посмотри на него. Причем мы щит ему сбиваем, а заморозка не действует. Вот, да чтоб тебе, ты запарил уже, эй. Хлыщ. Давай, убирай свою парашу эту. Так, муха. Ну-ка, бумкнем. А он сейчас опять свою защиту поставит. Ладно, мы сейчас будем делать по-другому. Пускай он стоит. Собьем щит плюс пушка. Ох, он еще и выжил. А так если... Все, друзья мои. Ну что, первая битва у нас пройдена. Мы получаем 434 тысячи на винтовку снайперскую. И плюс это все приумножим. Так, друзья мои, мы получаем с вами новый уровень. Это всегда хорошо. Итого 44, да? Ладушки. Так, следующий босс у нас тут, ну, не босс, а враг. Это будет свинота. Кстати, нам, наверное, надо с тобой бонусы взять. Стопроцентные, да? Так, ну что, друзья мои, шкала полностью забита. И вот теперь у нас будут с тобой бонусы удваиваться. Причем очень круто. Ну что, поехали. У нас с тобой лес сорняков, 6 волн. И будем сейчас с тобой бомбить. Сегодня хотелось бы, конечно, еще один уровень хапнуть. Но мне кажется, вряд ли я успею. Ага. Ну, давай приступим. Начнем вот так вот. Отлично. Плюс улей. Базука. Ага, этот успел, да, все-таки? Поставить на себя щит. Одного мы уже шлепнули. Так, я, наверное, брошу динамит. Сейчас, правда, будет заморозка здесь. Заморозка каких карт? Вот этих, да? Как раз я хотел улей бросить, и... И что произошло? Так, этот на себя ставит защиту, ребят. Но мы ее сбиваем. Вот таким вот образом. И улей ему в рот. На, жуй. Он опять ставит, да? Мы опять сбиваем. И из пушки ему. На-ка. Пришли олухи. Ну, здесь, я думаю, наверное, сделать надо... Давай-ка вот так, для начала. Сейчас у них, ребят, будет копиться шкала. Мы сразу сделаем с тобой заморозку. И на вот этого тролля я сброшу вот этого робота, чтобы сбить ему счетчик. Видишь, он у него накоплен. Опа, а теперь он обнулился у него. Так, плюс базука. Замечательно. Дальше мы можем, в принципе, с тобой успеть накопить еще на рыбу. Ведь успеем? Успели. Главное, чтобы все заморозились. Так и произошло. Бросаем улей, минус гринч. И бросим с тобой динамит. Минус... скелет. Так, и остается у нас, как видишь, тролль. Ну, этого тролля мы сейчас с тобой быстренько и затроллим. Давай из пушки. И все, крышка ему. Следующая волна. Да елки-палки. Пришла тут свинота с гитарой. Давай морозить тогда их всех. О, как замечательно. Так, и сейчас я хочу, я, наверное, не успею, ребят. Или успею, успею. Так, делаем с тобой заморозку. Все, четенько, бросаем улей. Так, мне нужно вот этого подбить. Бросим динамит. В принципе, минус двоечка должна быть. Да, и остается свинья. Со свиньей все будет немножко проще, потому что, ребята, у нас есть заморозка. У нас есть с тобой, чтобы сбить счетчик. Вот так это все делается. В комбо, так скажем. Дальше у нас есть снегобум. Мы можем опять заморозить. Так и поступим. Теперь из пушки, и в конце концов мы добьем ульем. Переходим на четвертую волну. Опять ты. Может, хорош уже, а? Свинья. Че ты выпендриваешься здесь, я не понимаю. Сейчас мы с тобой, наверное, бросим рыбу все-таки. Пускай они будут замороженными. Так, сорнячок и свинота заморозились. Бросаем улей в сорняк. Так, тут комбо-счетчик надо сбить. Я так понимаю. Отлично. Так. Она очнулась. Мы делаем сюда заморозку. Холодильник. Убили сорняк.
Это все хиляется. Ну давай, наверное, сделаем с тобой проще тогда. Бомбанем из базуки. Ай-яй-яй, пушка не сработает, ребят. Тогда сделаем так, счетчик обнулим. А вот теперь можно уже и из пушки бомбануть. Хотя нет, снегобум лучше. Она будет замороженная, ну а теперь добивка. Все, переходим на пятую волну. Чтоб тебя, ну давай сделаем так. Опрокинули, да? Заморозили. Но надо морозить уже всех, если честно. И Гринча, и голубя этого. Вот это другой разговор. Что дальше? Дальше мы бросаем с тобой улей и динамит. Так, подожди-ка, я думаю, что нам здесь нужно с тобой сделать... Опа! Голубь все-таки ударил меня, да? Это хлыщ. Поехала базука. Минус, минус. И остается Гринч. Так, ну с Гринчем, ребят, все понятно, да? Сейчас он отходит, мы его замораживаем. После этого применяем пушку. И все, наверное. Последняя волна. Так, мне не нужно здесь пока ничего получать. Я вроде бы нормально себя чувствую. Начнем вот так вот. Это было раз. Это было два. Так, применяем с собой рыбу. И сразу же бросаем с тобой вот этого робота для снятия комбо. Комбо-счетчик, видишь, идет. Так, обнулили. Теперь можно, наверное, и гранатомет, базуку применить. Я, конечно, хотел бы сорняк уничтожить, но видишь, что-то он тут выпендривается. Динамит, скорее всего, ушатает его. Да. Так, они очнулись. Поехали. Блин, не то. Так, улей быстрее. Гоблин сдох. Ну и остается снеговик. Поэтому, ребята, вот так вот. Все. Очень даже легко, ребят, прошли. Ну-ка, сколько тут у нас всего? Ну да, надо умножать. Ну что, здесь получили наградушки. Все как полагается. Здесь можно забрать корону. Ага, 12 уже, да, из 20. Ну что же, приступаем. Уровень требуется 49-54, но я больше уверен, что мы и так справимся. Потому что, может быть, у нас и маленький уровень, но зато у нас очень хорошо прокачаны именно наши скиллы и наше вооружение, которым мы, естественно, и бомбим. Ох ты, это что, типа Шрек? Да, ребята, отсылочка была на Шрека. Я совсем забываю, что заморозка только на него будет действовать, потому что, ребята, это страж. Он весь урон принимает на себя. Где бы он ни находился, он все время будет на себя все это брать. Поэтому в наших интересах его уничтожить как можно быстрее. Но он выжил. Так, хорошо, мы бросим с тобой динамит сюда. Его уберем, а теперь уже можно разбираться и с этими товарищами. Нам даже гем выпал. Так, заморозка на кого? Отлично, на пса. Ударил, а? И довольный такой. Да ладно, он еще и выжил, ты прикинь. На, улей, кушай. Мне не жалко. Так, родные пришли, да? Ну что, давай снегобумом выбросим для начала. А после этого... А мы сейчас с тобой сделаем вот так вот, подождем чуть-чуть. Вот, применим рыбу. Дальше базука пойдет. Прекрасно, плюс холодильник, минус один. Так, тогда давай попробуем сорняк с тобой ушатать. Но он сейчас оттает. Сорняк, друзья мои, сейчас оттает. Ай-яй-яй. Ну-ка, базука, давай в сорняк, пожалуйста, разочек. Вот так вот. Шикарно. Ну что же, следующие противники. Этот у нас окопался. С ним мы ничего не сделать не сможем. Даже пушкой его сбить не сможем. Потому что вначале нужно, ребята, снять вот этот окоп. А у меня нету сопутствующих скиллов, которые могли бы снять. Это типа пестицидов или еще что-нибудь в этом духе, что снимает весь негатив. Так, давай холодильник теперь. Да что ж ты, в него-то все время, а? Давай бросим динамит. Да хорош. Ну, базука, не подведи. Эй, я надеюсь, этот-то сгорит? Нет, ребят, не сгорит, он не шиша. И это еще захиляло, гадость, а ты посмотри. Блин, вот теперь называется пробей щит. А как я его пробью?
Он сейчас будет бить меня. Вот он какой. И этот еще ударил. Ну тут что-то, конечно, меня раскатали. Это все вот из-за этого, ребята. Потому что я не могу с ним ничего сделать. Сдвинуть не могу. Пушка его не сдвигает на задний ряд. Из-за этого все. Поэтому мне приходится вот использовать атаки, которые бьют задний ряд. Но, как видишь, они бьют не того, кого мне нужно. Так, опять эта свинота здесь пришла. Начнем вот так, с холодильника. Так, ждем, ждем, ждем. Оу, это еще, ребята, и ведьма. Твою налево, блин, вот ее-то тут только не хватало. Ну, мы все прекрасно знаем, что делает ведьма, да? Она нам делает карты невидимые. Мы даже не знаем, что у нас там будет в руках. И все-таки успела, а? Успела все-таки сотворить тут. Вот. А что не замораживает? Фу, я уже думал, не заморозится. Давай вот так вот. Блин, не то совсем. Базука. Есть, ведьму, по крайней мере, мы ушатали. Отлично, голубь сейчас по мне ударит, да, ребят? Так, свиноте надо сбить счетчик. Да ее бы саму подбить, на самом деле, бы не помешало бы. Давай динамит бросим с тобой. Будет это достаточно? Да. И остается у нас Пит. На тебе. Ну, в заморозке, друзья мои. И это говорит только об одном, что сейчас мы его просто уничтожим. Двигаемся дальше. У нас, кстати, половина хп уже нету. И это опасно, на самом деле. Так, бросаем сразу улей. В сорняк, да, попали? Ладно. Опа-на, и минус сорняк у нас. Четенько. Так, базука. Слушай, ну неплохо. Очень даже неплохо. Сейчас попробуем еще раз заморозить их. Давай-давай-давай. Отлично. Так, теперь, что бы сделать нам? Мы можем обнулить счетчик. Это раз. Так, и теперь, наверное, я брошу динамит. Мне нужно голубя этого уничтожить. А не тут-то было, да? А если я сделаю его так? Вот это совсем другое дело. Это, кстати, волна-то у нас не последняя. Заморозка. Заморозили. Ну, а теперь тяжелая артиллерия. Корабельная пушка. Плюс улей. И плюс... Я не успел. Я хотел заморозку, ребята, сделать, а он все-таки меня ударил. Так, ну здесь похуже. Похуже, ребята, в плане того, что здесь есть дед-зомби. И он очень меня бесит, если честно. Так, все заморозились. Давай, наверное, применим с тобой базуку. Ну, неплохо. Так, холодильник на кого упадет? Отлично. Так, улей теперь бросаем. Стоп, 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 стоп. Я сейчас попробую, ребят, еще раз заморозить. Так, минус мухомор. Теперь нужно как-то до сорняка добраться. В принципе, динамит нам в помощь. И копим, друзья мои, на заморозку. Да, я хочу этого деда заморозить сейчас. И теперь из пушки его добить. Вот и все, в принципе, ничего сложного, друзья. Нам только нужно удвоить нашу награду, да, и наслаждаться дальше игрой. Поехали. Так, получаем чуть-чуть опыта. Давай-ка посмотрим, может быть, у нас есть что прокачать. В инвентарь заглянем. Удивительно, но ничего не можем. Вообще ничего. Странно как-то. Так, а в магазине я, по-моему, кое-что не взял. Да, вот что мне нужно забрать было. Опа. Неплохо. Ледяные ракеты мы получили с тобой. Сундуки, прикинь, у меня уже 2000 гемов. А давай мы с тобой, знаешь, что сделаем? Откроем вот этот сундук за гемы. Ох ты, Юрий выпал. Огнемагнит. Морковка. Молот Тора. Тихий убийца. Ты посмотри, сколько мы получаем. 5 миллионов карточек. Шокодрон. Барабан судьбы, почти 2 ляма. Шикарно. Каратель. 5,5 лямов. Рыбный дождь, почти 2 ляма. Шестеренки, соточку, друзья мои. И энергетик, 8 штук. И это все умножим. Ты посмотри, сколько мы сейчас получим с тобой. Ну, в принципе, ребята, нормуль. 10 лямов на тихого убийцу.
Ведь им... А, я еще могу. Слушай, ну давай, давай возьмем. Так, опять молот Тора. Ледяной лук. Жаба войны. Золотой орел. Овощевание. Пираньи. Опять, ребята, барабан судьбы, это круто. Опа! Новая карта, нам выпала снежки. Не знаю, что она делает. И шестеренки. Естественно, опять умножаем. Ну что, друзья мои, я предлагаю, наверное, все-таки еще открыть один сундучок. Все-таки гемов у нас достаточно, я могу себе это позволить. За всю игру, что мы с тобой дринкаем, да, можно себе это позволить. Мы с тобой накопили их честно. Тут вот можно, смотри, отдельно купить. Но мне не нравится этот ассортимент. Все-таки лучше вот этот вот сундук. Потому что тут, видишь, шанс получить новую эпическую карту есть. И шанс получить новую редкую карту. И гарантированные дубликаты карт. Прикинь, обычные 11 лямов. Это... это ж офигеть. Это как можно прокачать. Так, дискошар, друзья мои. Кролик Дэвид. Вот это хорошо, потому что мы играем с вами кроликом. И кролика нужно нам прокачивать. Офигеть. Холодильник еще прокачаем. Так, опять выпало нам овощевание. Софит. Барабан судьбы, ну просто к нам идет, как родной, ребята. И соточка шестеренок. Ну, примерно вот столько мы получаем. Так, я, знаешь, что думаю? Еще, наверное. Мне кажется, тыщенки, да, 1000 гемов мне хватит за глаза. Поэтому поехали. Смотрим. Опа, опять кролик Дэвид. Пестициды. Холодильник. Осколочная граната. Как и странно. Так, опять выпадает нам софит. Корабельная пушка. Блин, вот корабельную пушку мне бы, конечно, очень хотелось бы прокачать, ребята. Опять барабан судьбы. Граната Тесла так себе. Соточка шестеренок. И бонус в гемах. Умножаем. Ну что же, я доволен как удав, друзья мои. Единственное, что для того, чтобы поднять уровень, да, вот всего, что мы с тобой накопили, нам нужны с тобой шестеренки, да, там, листочки. Этого у меня пока ничего нету. Так, Дэвид. Конечно, будем тебя улучшать. О чем может быть речь? Так, подожди-ка, сколько он получил? 48 уровень, ребята, это шикарно. У него идет бонус, добавляет 8000, да, урона для карт с шансом крита больше 10%. Ну и добавляет, как говорится, для карт красного цвета урон дополнительный. Но мы можем с тобой, например, взять... Нет, взять сейчас сову не можем, потому что она у меня сейчас в походе. Если бы мы взяли с тобой сову, естественно, у нас бы вот эти вот все ледяные карты получали бы определенный бонус по урону. Об этом не стоит забывать. Ну что, друзья мои, у нас остался с вами один противник на этом островочке. Поэтому давай попробуем его разобрать. Естественно, нам нужны вот эти вот, как тебе сказать, ингредиенты. Типа вот шестеренок, да, эликсиров, за которые мы можем прокачивать наши карты. У нас вроде бы, как говорится, есть запасы их, но прокачать по уровню не можем. И это плохо. Так, начнем, пожалуй, с базуки. Дальше, вот, рыбный дождь. Там барабан судьбы мы с тобой сегодня сколько вытащили. Это, естественно, все можно, ребята, прокачать. Так, вот пса, конечно, лучше, наверное, ребята, на первый ряд выставить. Вот так, и здесь уже его добить. Чтобы он по нам не наносил урон. Сделаем это вот так вот. Если он сзади бы стоял бы, он бы по нам сделал бы урон. А так ничего. Бросаем с тобой. Ай-яй-яй. А, мы его сразу уничтожили. Как-то быстро, он, видимо, боится огня. Раз его жгучий улей так быстро уничтожил. Так, давай-ка базуку. Неплохо, я тебе скажу. Давай рыбный дождь или как? Ну да, в принципе, рыбный дождь очень даже хорошо здесь зайдет. Заморозили. Дальше из пушки бомбанем. Минус снеговик и жгучий улей. Сгорел, псина. Опять ты, а? Опять ты пришел. Блин, а тут еще у нас эти охламоны, ребята. Мне что бесит, что у них очень быстро копится счетчик. Практически моментально. И вот это вот меня раздражает. Давай, наверное, он же не сдвинется, ё-моё, я совсем забыл.
Совсем забыл. Ну что, тогда придется, наверное, динамит бросать. Этих-то надо как-то уничтожать, но я, наверное, не успею, ребят, их. Сейчас ударит. И удар у него не кислый, причем на почти 8000 бомбит. Так, успею ли я заморозить? Должен. Блин, ну вот как вот мне его, а, уничтожать? Ага. Ну иди сюда, хлопчик, иди, иди сюда. Не стесняйся, будь как дома. Но не забывай, что в гостях. На тебе заморозка, это раз. Жгучий улей, это два. И холодильник, это три. Идем далее. Так, грифа здесь. Да не надо мне вот этих ваших плюшек. А, грифа и опять эти охламоны здесь. Ну ты посмотри на них. Заморозка, конечно же. Так, делаем заморозку и, наверное, из пушки бомбим. Пса на первый ряд выставляем. Жгучий улей в кого полетит? Спасибо, то, что нужно. Так, и теперь, наверное, мы с тобой сделаем динамит. Бросаем. А-тя-тя. Да блин, ну, давай так попробуем. Да не того надо, вон тех охламонов. Ну что ты, а? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, конечно. Естественно, ему выгоднее грифа убить, потому что грифа наносит не очень большой урон. А вот этого охламона оставить. Не надо мне этого ничего. Так, ну тут, как ты видишь сам, да? Прибыл дед. Ластушу подед. Это, кстати, зомби, знаешь кого? Лесоруба. Почему я так решил, ребят? Ну, потому что они носят вот именно такие рубашки. Красные в клеточку. Так, ну-ка, давай вот так сделаем. Сорняк, пожалуйста, сорняк. Да чтоб тебя, вот. Хотя нормально. Он все-таки сгорел, дупился. Заморозка, дед, не надо тут пыхтеть. Ну, мы можем сбить ему, ребята, этот счетчик. Ничего страшного. Единственное, что этот робот, который, да, прыгает, он очень мало урона наносит. Мне бы желательно, чтобы был такой офигенный урон, на самом деле. Давай. Ну, неплохо, я тебе скажу. А, минус. Так, сейчас будем с тобой делать вот так. Заморозочку. Теперь мы с тобой бросим улей жгучий. Плюс выстрел из пушки. Отлично. И, ко всему прочему, динамит туда бросим. Да что ж ты такой живучий-то? Ну-ка. Прекрасно. Успеем, интересно? Нет, не успеем. Давай тогда так делать. А этот все-таки ударит. Улей уничтожил волчару. Ну и все, остается 29 тысяч. Тут мы сейчас быстро его распинаем. Вот, снегобом добьет. Ну что, ребят, неплохо, да? Очень даже неплохо. Вот именно когда проходишь основную сюжетку, ты получаешь те самые, видишь, вот тут кубики льда и опыт. Ну что, друзья мои, я могу вас поздравить. Мы прошли вот этот островок. А в следующей серии будет вот этот. А когда у нас босс? Ага, вот он, следующий босера. Я понял. Ну что, давай глянем здесь у нас что. Монстры испортили карты фиолетового цвета. Попробуйте карты с другим цветом. У нас фиолетовый только одна карта, поэтому, я думаю, можно, в принципе, затащить эту карточку. Ну и получить награды, естественно, ребят. Поехали в бой. Ты спросишь, какая карта фиолетового цвета? Да-да, тот самый робот, который обнуляет счетчик комбо. Так что можно, в принципе, и не юзать ее, да? Вот, видишь, вот она, карта эта фиолетовая. Поехали. Окей. Дальше базука пошла. Воу, минус йети сразу же. Жгучий улей вперед. Так, а заморозку я, наверное, не успею. Хотя мы здесь вот так сделаем. Блин, так волчара ударит. Я думал, он сгорит, но нет, не вышло. Причем, когда он меня бьет, ребята, он отхиливается. Типа вампирика у него. Ну что же, давай вторую волну. Здесь все намного проще. Мы сделаем с тобой заморозку, это раз. Дальше бросим жгучий улей. Плюс холодильник. Плюс базуку. Так, минус скелетоши. Продолжаем улей. Все, ребята, у нас уже x5 настакано, так что можно расслабиться чуть-чуть, потому что здесь, ну, в любом случае, им крышка. Динамит, в принципе, очень хорошо их добьет.
Ну окей. Так, дальше мы с тобой снегобум вызовем. Потом гранатомет. Так, минус скелетоша. Дальше мы бросаем с тобой жгучий улей и динамит. Смотрим. Ага, вот тут я промахнулся, ребята. Я думал, что этот погибнет. Но не хватило силы удара. Ладно, это последняя волна. Да не надо мне здесь ничего. Ах ты засранка. Ты посмотри, что сделали, а. Карты, вот теперь думай, где какая карта лежит. Где тут какая карта? Фиг его знает. Это был холодильник, да? Так, снегобум, а этот сейчас ударит меня. Мы попробуем заморозить. Отлично, все получилось. Давай-ка мы, наверное, зомби этого уничтожим сейчас. Из пушки. Нифига не получилось, да? А что у нас тут? Динамит. Так, голубь очнулся. Мы его замораживаем. И добиваем. Вот и все. Мы с тобой прошли это мини-испытание. Сундучок. Все как полагается. Нам предлагают удвоить награды. Ну, в принципе, ледяные кубики нам нужны. Ну, ты сам видишь, да? Награда приумножилась, и вот у нас сундук. Давай смотреть, что здесь. Так, жаба войны. Отлично. Топоры дровосека. Прекрасно. Дискошар. Так, ледяная боеголовка. Миномет. Овощевание. Что-то оно, кстати, зачастило к нам в гости. Бронебой. И последняя карта — это шестеренки. Ну что же, приумножили все. Так, давай посмотрим, что у нас еще есть. Там, по-моему, еще одно задание, но вроде бы как 43 минут откат. Если я правильно понял. 6 минут. Это не то. Это я не то хотел. А вот это-то почему у нас закрыто, а? Чемпионская арена. Может быть, ускорим с тобой, разочек? И прогуляемся. В каждой волне тебя ожидает чемпион. Я понял. Сейчас будем бомбить этих чемпионов с тобой. Как орешки. Ничего они нам не сделают. Колоду, как ты понимаешь, я не стал менять. Ну, незачем, друзья мои. У нас и так все превосходно. В минус сразу же причем. А, так у них правильно хп там, смотри. 30 тысяч, 50 тысяч. Ну-ка давай вот так вот снегобума. И я думаю, что... Успел, успел. Он захилял почти на фулл хп. Вот что я тебе скажу. Подавись. Ну, я думаю, пушки будет достаточно здесь. Все, сдулся. Следующая волна. Так, это у нас Гринч. Но у него уже 94 хп. 94 тысячи, естественно. Так, миномет. Шикарно. Улей. Минус один. Хильнет. Успеет хильнуть, да? А если я динамит брошу, тогда не успеет. Так, у Гринча обнулился счетчик. Непонятно, с чего вдруг. Вот живучий гаденыш. А следующий, ребята, еще будет серьезней босс. Ну как, это не босс, а чемпион, типа, чемпион арены. Так, у этого, видишь, уже 146 тысяч здоровья. Так, ведьма. Блин-то плохо. Надо успеть, надо успеть. Да как ты тут успеешь? Да никак. Сейчас она отойдет и сожгет мне карты. Все. Сожгла. Теперь остается только наугад вот так вот раскидывать, ребят. Что там выпадет? Одному богу известно. Ну давай ты, ну ё-моё. Ну хотя бы электрика уничтожили. Этот ударит. Угу. Миномет. Да чтоб тебя. Заморозил, я только хотел эту карту применить. Так, минус ведьма. И остается мороженка. На тебе улей. И вали отсюда. Так, это хуже. Это хуже, потому что этот сейчас будет, ну, знаете все, да? Брать всю атаку на себя. Или подожди, а, нет, это не тот, ребят, это Йети. Это не страж, я ошибся. Сейчас ударит электрик.
Так, давай. Дополнительный урон. Вот так-то. Холодильник. И добиваем его, наверное, из пушки. Упс. Как так? На 40 тысяч, да? Пушка всего лишь бомбит. Так, это предпоследняя волна у нас получается. Ну, поехали. Так, мороженка получила. По заслугам. Ну-ка теперь, вот этого надо как-то разобрать нам. Блин, какой он жесткий. Мороженка сгорела. Миномет. Так, ладно, скелета мы с тобой убираем отсюда. Он сгорит. Здесь можно сделать вот так вот. Заморозка, плюс улей. И пушка, но этого мало. Еще делаем с тобой снегобома. Естественно, замораживаем его сразу. И тут уже подключаем миномет. И все. Так, друзья мои, последняя у нас волна. Давай вот так вот. Неплохо. Плюс улей. И заморозку. Да как так-то, ё-моё, блин. А, он меня не ударил, он сделал чернила. Это хорошо. Так, динамит. Минус двоечка. И остается вот этот кальмар. Мы его можем контрить с тобой с полтычка. Смотри, он сейчас отойдет. Мы его опять заморозим и уже начнем потихоньку разбирать. Поехали. Очень хорошо разбирается. И плюс улей вдобавок в лицо. Ну, согласись, это шикарно было. Так, мы с тобой получили сундук. И все это преувеличим. Ну, смотри, опыта почти, ребята, 9 лямов получили. Так, потрошитель. Ох ты, давно не было его. Огненный дробовик. Топоры дровосека. Снегобум. Пираньи. Редкий, кстати, гость. Напалм. Я даже уже и не помню, когда он выпадал нам. Опачки, друзья мои, я нас поздравляю. Мы получили с вами новую карту. И за сегодня мы две новые карты открыли. Это снежок и гарпун. Ну и, конечно же, шестеренки. И, естественно, все это надо увеличивать. Ну что, как-то так получилось у нас сегодня. Давай-ка мы зайдем к нам на базу и посмотрим, можно ли что-нибудь улучшить. Кстати, может быть, нам ледяную боеголовку взять? Так, а это что такое у нас тут? Ага, получить награду. Ну, я здесь обычно, ребят, не умножаю, потому что тут, сам видишь, x19, но это вообще ни о чем. То есть, очень мало наград. Даже умножать не буду, просто получу и все. И сразу же отправлю жабу дальше на поиски. Так. Заходим в инвентарь. У нас что-то тут красненьким отмечено. Вот, смотри внимательно. У нас есть возможность прокачать снегобума, либо же холодильник. Наверное, холодильник я улучшу. Так, до 47 уровня. Практически он сравнялся со снегобумом. И кролик наш получает 49 уровень. Буквально один левел ап, и он будет полтинчиком. Так, а что у нас это за карты? Общий урон 1.3. Так, замораживает цель и не дает ей атаковать в течение 8 секунд. Если цель шокирована, шанс заморозки становится 100%. Угу. То есть это с шоковыми, да, шокодроны и так далее. Вот с тучками, с грозовыми. А что у нас гарпун делает? Перемещает цель на переднюю позицию. То есть если она стоит сзади, он ее подтягивает. Понял, это работает как морковка. Если цель отравлена, дополнительно наносит 100% урона остальным целям. Плюс 50% урона за использование карт синего цвета. Максимальное увеличение до 3 раз. Она, значит, еще и стакается. Но видишь, работает с ядом. А я как бы карты с ядом не особо, ребята, использую. Хотя у нас есть с тобой вот, видишь, такие штуки, ячейки, где можно поэкспериментировать с разными, как говорится, видами оружия, да. И, возможно, можно найти какую-нибудь еще более искусную комбу. Я думаю, что, может быть, в следующей серии попробовать поэкспериментировать. Но, видишь, дело в том, что я прокачиваю основные свои, да, скиллы и перки.
Чтобы экспериментировать с другими, их тоже нужно прокачивать. А как бы мне жалко тратить на все это ресурсы, потому что их и так очень мало. Поэтому я играю в основном одной вот этой комбинацией. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, посмотрим, что у нас робот здесь делает. Он должен быть прикольно, да? Такой, с наушниками. Только сейчас об этом, как говорится, не то что догадался, а увидел это. Так, во-первых, мы поднимаем уровень. 22-й. Шикарно, я тебе скажу. Так, просто получить. У нас, кстати, очень много шестеренок, которые мы можем потратить на его прокачку. Так, здесь мне ничего не надо получать. Вот тут вот. Атака от навыков. Снарядить. Улучшить. Увеличивать силу. Ага, ребят. То есть этот перк... Погоди-ка. Снарядить. А вместо чего, ребят, его снарядить? Сюда? Увеличивает силу удара. Блин. Нет, наверное, я пока все-таки... Подожди. Используется. Почему используется? А, вот что я сменил, да? Увеличивает... Нет, давай я обратно поставлю. Увеличивает шанс крит удара. Так, увеличивает скорость атаки. Ух ты. Ну что, давай тогда прокачаем здесь что-нибудь. Атака от навыка. Фига у нас там шестеренок. Сколько? Вместимость от навыка. Но это мы увеличиваем свой инвентарь, так скажем. Самое главное, это, ребят, мне кажется, атака. Атака. Ну и прокачаем чуть-чуть вместимости. Здесь что-то вообще как-то мало прокачки идет, да, смотри. Это группа навыков 2, это группа навыков 1. А в чем разница? Ух ты, увеличивает силу. Можно дальше прокачать? Хм. Так, как ты видишь, чипы у меня есть, поэтому, ребят, можно их тратить. Давай вот здесь вот. И все. Видишь, у нас с тобой, когда мы накапливаем определенное количество, у нас идет чип в копилку сразу же. Так что, прокачивая эти навыки, мы прокачиваем и эти. Как бы вот так получается. Ну что, битва с боссом у нас здесь, давай посмотрим. Я этого хлыща помню. Ну-ка, посмотрим, насколько быстро мы его сможем уничтожить. Вообще на изи порвали, смотри. Тьфу. Сынок. Просто сынок, друзья мои. Маловато, конечно. Мне кажется, он просто еще слабенький. Поэтому он как бы мало нам приносит наград. Просто получаем с тобой и все. Здесь то же самое, ребят. Ну, сам видишь. 23 снежка, 57 гарпуна. Если бы там были бы тысячи, я бы, конечно, бы умножил бы. А так не стоит. Ну и все, в принципе, друзья мои. На этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.